6 февраля начинается домашняя серия русских «Витязей». Серия откроется двухматчевым противостоянием против варягов с берегов Невы. Подопечные Максима Беца рвутся в зону плей-офф. Юным богатырям не хватает всего несколько очков, поэтому каждый матч имеет огромное значение. Смогут ли «Витязи» одолеть своих соперников из Санкт-Петербурга? Давайте узнаем вместе. Итак, бои с гостями из Санкт-Петербурга 6-7 февраля в 18:00 в Ледовом дворце спорта города Чехова.